Мастер-класс «Лидерство в двух измерениях» был посвящен офлайн и онлайн коммуникациям с аудиторией. Айнур Зинатулин рассказал участникам проектной мастерской Казанского федерального университета о том, как вести себя во время публичного выступления и о чем говорить с потенциальными инвесторами. Студенты потрясающие, конечно, всегда выступление перед ними, это какая-то новая энергия, это совершенно интересные, новые, неожиданные вопросы. И самое главное, они раскрепощенные, и они могут участвовать в твоих каких-то там интересных придумках прямо здесь на сцене и готовы это воплощать. И самое главное, конечно, что их кувшин не полон. Студенты поучаствовали в импровизационном тренинге, представляя аудитории концепции своих социальных проектов. Айнур параллельно комментировал выступление и исправлял ошибки спикеров. Это один из тех немногих спикеров, который ведет непосредственно диалог со своим подопечным, со студентом. Он не просто дает информацию, не просто заставляет ее записывать, выслушать и в дальнейшем попытаться самостоятельно воспроизвести, он дает урок. Подводя итоги встречи, Айнур отметил важность таких тренингов как для себя, так и для пришедших студентов. Но на самом деле студенты – это будущее. Это те люди, которые возглавят заводы, пароходы. И это важно в какой-то момент действительно и выступить перед ними, и передать свои знания, создать некую эмоциональную связь, чтобы в дальнейшем ее реализовать в конкретные проекты. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.